Здравствуйте, уважаемые дачники, садоводы и огородники. Мы с вами как-то уже говорили о том, что дача – это исключительно русское понятие. У нас с вами, у дачников, свой особый менталитет, юмор и даже лирика. И сегодня наша ода даче, естественно, в стихах. Хорошо на даче летом, тишина, тепло, уют. Зреет плод на огороде, птицы разные поют. Дождь прошел, полив не нужен, чай попей и отдыхай. А не хочешь отдыхать, иди грядки удобрять. Всем очень хочется иметь и ранние огурчики, и урожай хороший. Но что для этого надо делать, мы сейчас об этом поговорим. Ну, первый вопрос, который очень многие задают. Вот мне, допустим, нравится сорт. Вот у нас есть Амур, Адам, Алексеич. А можно в теплице посадить только один сорт? Я не советую. Понимаете, бывает так, что один сорт не очень хорошо может уродиться. А другой сорт может показать лучшие результаты. Поэтому, конечно, лучше в теплице садить несколько сортов. У меня вообще сортов много. У меня и семья большая. И вкусы разные. Кому-то надо огурец гладкий, кому-то пупырчатый. Кто-то любит очень маленькие корнишончики, а кто-то любит салатные длинные огурцы. Поэтому при желании, конечно, можно огурчиков посадить побольше сортов. И вообще это интересно, когда в теплице растет большое количество сортов. И за ними же еще приходится и наблюдать. Но самое главное, нам, конечно, хочется иметь огурцы ранние. Ну, я должна сказать, что вот когда говорят, вот этот огурец ранний, вот этот попозже, все зависит от погоды. Если бы, конечно, у нас была хорошая устойчивая погода, все время и температура нормальная, мы могли иметь огурцы, допустим, через 40-45 дней. Но вы же знаете, это Сибирь, поэтому сегодня у нас холодно, завтра жарко. Поэтому примерно вот огурцы мы получаем все в одно и то же время. Но всем же очень хочется иметь хороший урожай. И совершенно не обязательно садить большое количество растений. Можно посадить несколько, можно даже 10 растений посадить и иметь очень хорошие результаты. Но вот от чего зависит все-таки урожай? Прежде всего, самые большие неприятности бывают, когда нам хочется как можно раньше иметь урожай, поэтому мы как можно раньше высаживаем в землю. Почва холодная. Когда холодная почва, начинаются корневые гнили. Но самое страшное, что мы корневые-то гнили видим не когда у нас только начинают расти огурцы, а тогда, когда они начинают плодоносить. Корневая система слабая, начинает подгнивать, и большое количество уже огурцов, плодов вырастить очень и очень сложно. Поэтому хотите иметь ранний урожай, это не значит, что надо посадить рано. Посадите позже. Огурцы растут очень-очень быстро. Поэтому урожай вы всегда будете иметь очень хороший. Очень часто задают какой вопрос? Почему грядки такие высокие? Во-первых, почему они высокие? Потому что растению не надо много земли. Растениям надо немножко, ведь когда выращивают даже в тепличное хозяйство, они выращивают малообъемку, то есть они в мешок берут 10 литров земли, и хватает. Зачем же делать широкие гряды, в которые требуется большое количество почвы? Надо, чтобы гряды были узенькие. Надо, чтобы они были высокие. Чем выше гряда, тем она быстрее прогревается. И когда у нас раньше прогревается земля, то мы раньше можем высадить и в грунт. И еще одна немаловажная вещь. Ведь мы каждую осень отсюда вынимаем землю. И сюда закладываем большое количество ботвы, отходов, которые у нас бывают. А сверху мы кладем хотя бы немножко навоза, чтобы раньше загорелось. Вот тогда приходится нам и пораньше посадить, и иметь раньше урожай. Вот я говорю о том, что даже самые хорошие семена можно испортить. А испортить их можно только потому, что неправильно формируем. Огурцы проблемные. Проблемное растение. В каком отношении проблемное? Очень маленькая корневая система. И вот это вот растение не может выкормить большое количество плодов, если мы неправильно будем формировать.
для того, чтобы растение было сильное, давайте мы разберем наше растение. Вот обратите внимание, расстояние между листочками, вот у нас расстояние между листочками, это называется междуузлие. В каждом узелочке у нас растет огурчик и растет плеть. Для того, чтобы растение было сильное, надо обязательно в 5 узлах, вот мы считаем 1, 2, 3, 4, 5, вот даже 6-й узел, мы убираем абсолютно все огурчики, мы убираем все плети. Если этого не сделать, очень многим хочется, ну, иметь как можно раньше урожай огурцов. И они оставят вот здесь вот и огурчик, да еще умудряется оставить плеть, которую привязать. Но растение слабое, корневая система слабая. И вот эти огурчики дальше, они не будут завязываться, они начнут желтеть. То есть растение сбрасывает плоды, у него нет силы их выкормить. Поэтому мы обязательно, я повторяю еще раз, убираем до 5 узла все огурцы и все плети. А вот с 5 узла мы можем начать уже оставлять огурчики. Вот видите, мы на огурчик, и вот у нас идет плеть. Обратите внимание, вот огурчик, и вот идет плеть. Мы должны обязательно оставить один огурчик и один листик после огурчика, для того, чтобы вот этот листик кормил вот этот огурчик. Давайте мы посмотрим, как вот это делается. Мы оставили листочек, мы оставили огурчик, а вот здесь опять идет плеть, это уже вторичная плеть, которую мы должны убрать. Мы берем и вот так вот убираем. Видите? И вот этот огурчик у нас будет плодоносить, расти, а иначе он просто у нас отпадет. Вот мы можем показать вот здесь. Вот посмотрите, как это делается. Правда, это уже вторично, мы уже здесь убрали одну плеть. Но вот посмотрите, как убирается плеть. Мы держим за листочек и оставляем огурчик, видите, листочек, и убираем. Вот мы убрали. Когда у нас растение начинает расти, видите, выше, вот на расстоянии, может быть, уже метр, может быть, немножечко побольше, что мы делаем? Мы оставляем один огурчик, один листочек, оставляем еще огурчик и прищипываем плеть. И вот у нас получается 2 листочка, и в каждом междуузле идет огурчик. Посмотрите, какое количество на одном растении огурцов. Растение просто не может вырастить и, как говорит, выкормить большее количество. Вот на расстоянии примерно вот таком уже, повыше, вот посмотрите, вот у нас получается один огурчик, второй огурчик, и вот здесь вот уже третий огурчик. Мы прищипываем плеть и оставляем один листочек за ней. И у нас уже сверху получается на плети 3 огурчика, заканчивается листочком. И последнее, как мы формируем. Вот посмотрите, у нас растение дошло через шпалеры. Мы должны перебросить через шпалеру. Когда у нас отрастет примерно вот столько, прищипнуть плеть, и больше уже формировать ничего не надо. Корневая система мощная, до сильных заморозков будет у нас плодоносить. Но за огурцами надо ведь еще и правильно ухаживать. Самое страшное на огурцах – это может быть паутинный клещ и тля. Поэтому, если появляется паутинный клещ, мы видим, когда у нас на поверхности точечки, паутинный клещ очень маленький, но за несколько дней он может погубить все растения. Тля – то же самое, с нижней стороны листа, если появилось. Ну, самое лучшее средство против паутинного клеща и тли – это фитоверм. Поэтому он разрешен в теплице, по инструкции надо обрабатывать. Конечно, для того, чтобы у нас огурцы хорошо росли, я выращиваю их практически на одной органике. Когда вы выращиваете на органике, то и
подкормки бывают очень редкие. Когда, допустим, вы чувствуете, что растение плохо растет, что если листья маленькие, не хватает азота, приходится подкормить азотными удобрениями. Если по краю листа у вас начинается вначале белое, потом коричневое, это первый признак, что не хватает калия. Поэтому мой вам совет, есть необыкновенные комплексные удобрения, это акварин. Акварин восьмерочка. Возьмите 2 столовые ложки на 10 литров воды и хотя бы раз в 10 дней пролейте свои огурчики. У огурцов очень мощные листья, большое количество плодов, и все состоит из воды. Поэтому поливать огурцы надо обязательно. Поливать надо только хорошо отстоянной теплой водой. Должна бочка стоять рядом с теплицей. Это не значит, что она должна быть горячей. В теплице держать нельзя, потому что температура воды всегда должна быть на несколько градусов ниже, чем температура воздуха. Поливать это не значит, что заливать. Вы должны, можете, когда начинает плодоносить, поливать каждый день. Поливать всю поверхность из леечки, но на 1 квадратный метр у вас должна уйти примерно 1 лейка. Поэтому это не значит, что надо поливать целыми бочками. Но я рассчитываю на то, что все вырастет очень хороший урожай огурцов. Российский дачный уикенд – это понятие уникальное и для многих людей в мире практически непостижимое. Кто-то в офисе как птица, кто-то в четырех стенах. Ну а я свободной птицей все летаю в облаках. Хочешь, ягодки покушай, хочешь, яблочко сорви. Есть под боком все, что нужно, сердце рвется из груди. Сразу и душа поэта, и художника мольберт. Знаю точно, знаю ясно, лучше дачи места нет. Лидия Алексеевна, давно хозяйничаете на этой даче? Очень давно. Дача существует уже 35 лет. И вы здесь 35 лет? 35 лет. Начинали с самого-самого начала. То есть корчевали пни, траву вытаскивали. Здесь еще и грибы росли, когда мы все это начинали. Прошло время, и вот имеем то, что имеем. А, Лидия Алексеевна, очень маленький участок, но, похоже, есть все. Есть все. И овощи, и кусты, и деревья, и ягодники, все есть. Но больше всего, конечно, хочется, чтобы было красиво. Красиво, значит, цветы. Цветов как можно больше. Еще мы очень любим украшать свой участок. Как бы сказать, что чтобы это было недорого. Понятно. Чтобы это было недорого так, очень, и очень доступно. Ну вот, например, эта корзина. Она давно уже отслужила. И мы решили сделать из нее цветник. Цветник получился очень красивый, привлекательный и совсем недорогой. И своими руками. И главное, своими руками, конечно. У вас даже есть специальная площадка на 4,5 сотках для шашлыков. Да, есть для шашлыков. Мы соорудили ее в прошлом году. Появилась необходимость в таком построении. Когда мы позвонили по телефону и узнали, сколько стоит, нам, конечно, показалось очень дорого. И мы решили соорудить ее сами. Проект взяли в журнале «Моя любимая дача». Съездили, купили кирпичи, взяли глины и соорудили вот такой вот мангал. 101 кирпич, несколько часов работы, и мангал готов. Прекрасный мангал. Лидия Алексеевна, огромная такая сосна, чего не убрали? Оставили, потому что она красивая, на столько лет росла, просто жалко ее убирать. И потом тень дает, и вообще красиво. Ну, я смотрю, что здесь, вот под сосной, где ничего не растет, у вас разбита элегантная очень горка. Под сосной ничего и не растет, потому и разбили. Решили, что вот эта горка будет здесь очень уместна. Растения посадили, которые засухоустойчивые. Выложили камнями и смотрится красиво. Мне тоже так кажется. У вас удивительные руки. Вы из ничего делаете красоту. Например, из бачка для унитаза. Да, мне это нравится. Например, из старой хлебницы сделали замечательное кашпо. Из выброшенного бачка расписали, тоже получилось кашпо. Ведра не хочется выбрасывать. Раскрасили их, и получилось очень красиво. Посадили туда перчи. Когда они созреют, будут красные, будет еще лучше.
И даже старые калошки, резиновые сапоги у вас превращаются в цветник. Да, мы их раскрасили разный цвет, и очень красиво смотрится. Еще и там божью коровку рядышком поставили. А это чемодан? Да, это чемодан. Они тоже пошли в дело. У них получились прекрасные цветники. Очень яркое пятно на даче. Да, очень яркое пятно на даче. Вот эту бочку тоже предполагалось выбросить. Ну, из нее мы сделали красивый цветник. Приделали от бутылок раскрашенных ромашки. И получились ромашки. Замечательный цветник. Когда на него смотришь, хочется улыбнуться. Да, конечно. Даже старые материалы от обшивки дома остались, идут в дело. Емкости, которые можно было выбросить, тоже идут в дело. То есть все стараемся пустить. У нас все идет в дело, ничего не пропадает. Каждой вещи даем вторую жизнь. Лидия Алексеевна, вот у вас такой маленький, но очень уютный участок. Похоже, что здесь живет любовь. Да, конечно. С мужем мы всегда все делаем вместе. Задумка может быть моя, но он очень быстрый, скорый помощник и откликается на любую мою задумку. Сделать скамеечку, сделать котиков. И вообще нам очень нравится наша дача. Нравится, потому что здесь уютно. Дети тоже любят приезжать, дети, внуки. Я считаю, что это отдушина. Отдушина – это отдых для души. Для души и всем, кто у нас бывает, и родным, и близким, и нашим внукам, и детям. И нам тоже очень нравится. Дорогая Лидия Алексеевна, от нашей программы и от нашего спонсора торгового дома «Акарс» мы с огромным удовольствием дарим вам вот этого замечательного, счастливого гнома, который принесет много радости, я надеюсь, и на ваш хороший участок. Большое спасибо за подарок. Я думаю, он приживется и пропишется на нашем участке. Очень рады. Спасибо. Имея у себя участок земли, мы всегда хотим превратить его в райский уголок, где можно будет приятно отдохнуть и насладиться теплыми летними деньками. Чем же можно украсить свой садовый участок? Поставить фонтан в саду – это мечта для многих. Самый доступный и оптимальный вариант – это автономный фонтан, который не требует больших усилий в установке. Благодаря встроенному насосу вода свободно циркулирует внутри фонтана, создавая эффект бесконечно текущего потока. Вы будете с наслаждением слушать легкий шум воды теплым вечерком. Оригинальным украшением сада будут подставки под цветы. Яркие, удобные, симпатичные. Они будут радовать вас и ваших близких, а особенно маленьких ребятишек. Садоводам-любителям придется по душе декоративные заборчики, которые придадут цветочным клумбам и грядкам опрятный вид. Создавайте сад своей мечты, воплощайте свои идеи, не бойтесь фантазировать, и тогда ваш сад станет настоящим райским уголком. Торговый центр «Базар», улица Трактовая, 35. Торговый центр «Универсал», Октябрьская революция, 1/5. Подарки на Сергеева, 3. Торговый центр «Версаль», Академическая, 31. И магазин «Заря» в Ангарске. Все на лето в отпуска, только у меня тоска. Дача, грядки, комары, нет прекраснее поры. Мне б на море, на юга, а кругом леса, луга. Мошкара и зной палящий, вот оно какое счастье! Тут забор уже прогнил, тут капусту не полил. Кстати, о капусте и не только наш следующий разговор. Спонсор рубрики «Сеть удачных магазинов». Вегетация наших овощей вы видите в самом разгаре. Капуста.
Я вижу, кочаны уже хорошо завязываются. И сейчас, именно сейчас нужна подкормка. Чтобы сформировать большой кочан, вот этой капусте нужен азот. И именно в органическом удобрении азот находится в наиболее доступной, в наиболее лучшей форме. Здесь вот в этом удобрении исполин. Азот, его много, но еще здесь есть и калий, чтобы кочаны, а это у меня среднепоздняя капуста, чтобы вот эти кочаны были плотные, не растрескивались и хорошо лежали. Первую подкормку я делала 2 недели назад. Вижу, кочаны хорошо завязались. Даю вторую подкормку. Пусть капуста растет еще быстрее, потому что погода, я думаю, капустная. Огурцы тоже должны наращивать вот эту листовую зеленую массу в течение июля и августа. И тогда огурчики не уменьшатся к сентябрю. Их будет также много и много. Вот посмотрите, от этого исполина я беру 0,5 стакана, развожу на ведро воды и поливаю капусту, огурцы, все те культуры, которым нужен азот и калий. Расход хороший. Вот в этом мешке 50 ведер хорошего удобрительного раствора. Вот всего лишь 0,5 стакана на это ведро. Достаточно. А теперь я дам ковшиком аккуратно, потому что, видите, капуста, как у меня посажена, очень плотно. Я вот этим ковшиком возьму и по 0,5 ведра дам каждому кусту. Раствор очень экономичный. Уважаемые садоводы, не жалейте. Лейте по 0,5 ведра. Вы увидите эффект через 2 недели. И про огурцы не забудьте. Урожай у вас будет отменный. Но, уважаемые садоводы, полейте вот этим раствором все корнеплоды. И редьку, и свеклу, и морковку. Вы увидите, что урожай будет больше. В этом году я использовала новый препарат. Этот препарат называется Борагум-М. И вижу, что капуста, кочаны на капусте завязались хорошо. Благодаря чему? Здесь микроэлементы и, самое главное, бор с гуматами хорошо работает. Используйте на всех культурах, которые цветут. На корнеплодах отдача будет хорошая, на томатах. И еще я хочу обратить ваше внимание, что это тоже экономичный препарат. Плодообразователь, но в 3 раза дешевле, чем наш обычный, который мы знаем. Вот этой бутылочки мне хватило на 12 литров раствора. Я сделала опрыскивание и капусты, и огурцы с томатами во время цветения, и малину. Достаточно этого раствора. Хороший препарат, наш, надежный. Во второй половине лета наши растения радуют нас ростом, но и болезни появляются. Давайте сделаем профилактику. У нас есть вот такие таблетки. Глиокладин. Маленькая таблетка. Вот, уважаемые телезрители, вы, наверное, ее даже не заметите сейчас. Но у нее свойства очень хорошие, то есть очень хороший результат. Вот эту таблетку сейчас я закопаю рядом с корнем, углублю на 2-3 сантиметра. Все. Я сделала профилактику. Видите, это быстро и удобно. В этой баночке 100 таблеток. Мне хватает на 2 теплицы. А если у вас одна теплица и кустов 40-50, сохраните эти таблетки на следующий год. Срок годности у них хороший, но экономия видна. Итак, уважаемые наши телезрители, уважаемые дачники, я желаю, чтобы ваша борьба с вредителями и болезнями была удачной. Ну а урожай тогда обязательно будет богатым. Весь ассортимент представлен в магазине «Дезерс», улица Красноказачья, 85, садовый центр «Удачный» на Трактовой, супермаркет «Удачный» на Гоголя, магазин «Удачный сад», улица Депутатская, 47, телефон оптовых продаж 500-798. На сегодня, уважаемые дачники, садоводы и огородники, дачная лирика исчерпана по полной программе. Всем, кто мечтает от своей дачи получить полной отдачи, я желаю огромной удачи!